проиграли 3-0, вернулись, два матча отыграли. Положительное можно взять из этого раунда? Я считаю, мы довольно прилично играли, начали серию просто на... У них вратарь очень хорошо играл, у нас было очень много моментов, которые мы не использовали, поэтому, опять же, я считаю, наша игра была довольно нормальной, но результат отрицательный, поэтому нужно сделать какие-то выводы и двигаться дальше, поэтому есть еще следующий сезон.